Больными, да, вот такие не сильные мира сего, не физически, не, как говорится, не материально. Благословен Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков. Слава тебе, Боже, наш слава тебе, Царю небесный, утешителю души истины, ниже везде си, и вся исполняя. Его поклонимся на место, и держи стоясь и нози Его. Воскресни, Господи, в покой Твой Ты, и кивот святыни Твои я. Священницы Твои облекутся в правду, и преподобни Твои возрадуются. Давида ради раба Твоего не отврати лице помазанного Твоего. Клятся, Господь, Давиду истину, и не отвержется ни я. От плода чрева Твоего посажду на престоле Твое. Аще сохранят сынови Твои завет мои, сведения моя сия, им же научу. Во битву Его благословляю, благословлю нищие Его, насыщу хлебы. Священники Его облеку во спасение, и преподобные Его радости возрадуются. Там возвращу рог Давидови, уготовых светильник помазанному моему. Дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человечества. У Бози сотворимся ему великому, яко страшное и свято есть, и честь царева суд любит. И уготовил и правоты суды Господи, люди твоя, и благослови настояние твое, помилуй меня, сократи меня, дай-я, и твое сохраняй крестом твоим жизнь, царей, и спаси души нас, когда скажем, Господи, тебе приносим молитву. Спаси, верные люди, Богородицы ради, о нас тебе молящиеся, едини человека люче. Посли благодать твою жизнодаще, и кресты освети, и всем людям твоим яви, яко быть им помощь и утверждение. Всем людям твоим яви Его быть и помощь и утверждение. Прислушание Егоже вкусом все лукавы змии, правоцы наша, и с ними весь род человеческий из рая изгна, и в смерть привлече знамнионого живоносного креста. На нем же возлюбленный твой сын пригвожден, быв в умре, и смертью, и смертью мертви. И все силу дьяволю упразни, и живот миру дроба. Церкви своей оружие непобедимое, освящение же покров державен и вере утвержден. И утверждение от всех дьявольских козней избаву и крепкое спасение упование живота, получение непостыдной надежды даровал Иси. Тем же мы раби Твои, толикие благодати Твоя ту несподобшися, благодар несущи славы и благодарение, смиренное поклонение приносим Твоему величеству и молимся умилим. Святое тело Господа нашего Иисуса Христа, единородного Сына Твоего, им же силы дьяволя попраси, и земные свободу лучихам, и живота сподобихомся. И молим Тя, Владыка, Пресвятый, святых ради страстей, святые крови, излияние, животворное смерти, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа,
и уже советом Тебе, Бога Отца Безначального и Пресвятаго Твоего Духа, воле и спасения нашего ради, на кресте крестном претерпе и теми древо крестное, и же иногда совершающим и злотворным казнь бяше, благословенно, свято, животодательно, же и избавы согрешающим знаменем страшным и крепки на все враги, видимые же невидимые, прогнание же и отражение всех козней, наветов же и прилогов дьявольских людям же Твоим, да будет освящается крестные все знамени, благодати Пресвятаго Духа, окропление, воды все священные, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Освящается крестные все знамения, благодати Пресвятаго Духа, окропление воды все священное, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Благоговейно полет, множество же вина чувствующих и постников поклоняется. Христа же на Тебе распевшегося и прославляет. Кирилл и славнейшее без сравнения и серафим, без исцеления Бога Слова, росшее сущее Богородице, Тебя величает. Воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами причистая Своей Матери, силой честного и животворящего креста и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Не сам же. Христа